Всем привет! Продолжаем смотреть картины, скульптуры, образы античной мифологии. Сегодня я расскажу вам о Асклепии. Асклепий, или по-гречески и римски Эскулап, сын Аполлона, он почитался как бог врачевания. В мифах упоминаются три Асклепия. Сын Аполлона, которому поклоняется в Аркаде, который изобрел медицинский зонт и начал бинтовать раны. Второй был брат Гермеса, который поражен молнией и похоронен в Киносурах. И сын Арсипа и Арсинои, который открыл способ очищения желудка и удаления зубов. Его могила и роща около реки Лузия в Аркаде. Искусство врачевания Асклепий научился у мудрого кентавра Хирона, которому было отдано воспитание. Дочь Хирона, пророчица, увидев маленького Асклепия, назвала его благодатным для всего мира. Как пишет Овидий в «Метаморфозах», предрекла ему: «Обязаны будут нередко смертные жизнью тебе». Вот так написано в «Метаморфозах» Овидия. Дочь Хирона также предсказала Асклепии, что он будет не только излечивать больных, но и воскрешать мертвых, чем вызовет гнев Зевса. Собственно говоря, так и случилось. Наказание разгневанный Зевс поразил Асклепия молнией, но по пророчеству он воскрес. И, как говорит Овидий, богом стал из праха опять. Как правило, Асклепий изображается с чашей в руках и палицей, вокруг которой обвивалась змея. У древних змея – это символ обновления и воскрешения, потому что весной она линяет, сбрасывает себе кожу и возрождается вновь. Чаша и змея впоследствии стали эмблемой медицины. Вот немножко о Асклепии, сыне Аполлона, который почитался как бог врачевания. Вот его изображение. Все, всем пока, всем привет, до свидания.